Здравствуйте. С вами Андрей, мы продолжаем играть Don't Starve. Значит, ждем сейчас конца ночи. Нам сейчас надо и полечиться, и вообще много чего еще не было. Вообще, на зиму раньше было много удобных способов запасать еду. В частности, казане и на сушилке. Сейчас этого сделать, к сожалению, нельзя. Зы-бзы. Так, мы можем запилить еще одно? Травы не хватает, да? Так. Нет. Не надо. Не надо. Не надо. Я серьезно. Похоже, к нам идет осенний гигант. А я ведь его не убью. Понимаете? Как? Не убью. Черт. Давайте к бифу что-то пойдем. Ой-ой-ой. У них сейчас брачный сезон. Так, и чё? Вот он. Барсумет. Опа. Он, кстати, вначале не убивает. Ты то ли медведь, то ли барсук. За что? За что меня бьешь? За что меня бьешь, зараза? Так, где тут еще биф вот есть? Ой-ой-ой. Так, ну надо на бифу заманивать. Где-то они здесь были. Я не помню где. Бифл, родные. Блин, фига себе, он выдирает траву. Из этого, своей атаки. О, ло-ло-ло-ло-ло. Бифла. Давайте мы... сделаем, наверное, вот так. О, давайте. Валите, тварь! Валите его! Валите! Простите за выражение. Хрена! Убил всех бифлов, собака. Простите, а как его убить-то? Да. Может, он от меня отстанет, а? Ну чё за фигня? Я понимаю, раньше этот приходил циклоп олень, но ну как-то я не знаю. А он не отвязывается. Так, хорошо. Куда мы можем ещё сходить? На болото пошли.
Так, у нас сколько? У нас есть довольно много. И пусть он со щупальцем там разбирается, тварь. Правда, я теперь мясом обеспечен. Давайте, кстати, мясо соберем. Ой, жалко бифу, конечно. Блин, хватит драть. Чё дерёшься-то? Вон тебе сколько мяса. Ну блин, тварь! Тварь! Что я могу сказать? Спасибо, господа разработчики, что гиганты приходят теперь в первый же сезон. А, он еще и рядом со мной. Молодца. Он, наверное, еще хелится от этого, да? Ну что, пошли, пошли, собственно говоря, где наш рюкзак. На. Где наш рюкзак? А я не знаю, что бы выкинуть. Давайте этими вылечимся. Что, он отстал, что ли? Бредакула. Так, шерсть. Ну я даже не знаю, что делать. Съедим это. Правда, я думаю, это тупо не успею съесть. Так. Ладно, пепел, хрен бы с ним, его легко достать. А вот мясо нам пригодится. Правда, Гломера замочили. Бился следующее полнолуние опять его. А, крылышки Гломера, кстати, есть. Так, куда бы еще это делать? Блин, мясо, конечно, у нас дофигища. Бритву выкинь его. Так, рога. Рог 100%. Так. Ой. Похоже, я себе сильно понизил рассудок. Минус будет есть. Так. Что бы выкинуть, а? Блин, я не знаю, что выкинуть. Давайте шишки не будем. Здесь, наверное, тоже не надо чего-нибудь. Давайте навоз выкинем. Правда, 9 пир возьму навоз, я не знаю. Вот, слава богу, остался детеныш. Так, пошли. Я очень надеюсь, что он отстал. Сейчас приходим, база разгромлена. Ну зачем? Ладно. Ой. Не, в Don't Starve лучше играть как бы с плушником, если можно так сказать.
что-нибудь. Нет, базы все нормально. Так, только единственное, что чем топить, что называется. Так. Что нам нужно для сушилки для мяса? Давайте посмотрим. Веточки. Ой. Просто я боюсь, что я не успею все это высушить. Блин, мне ничего не успевает. Ладно. Так, а у меня, по-моему, уже даже нету... Нет, мы можем разжечь костер, ладно. Так, ну сразу. Жалко, что на дно. Давайте, холодильник. Чисто мясо. Забьем мясом. Ой. Возьмем себе вот это. В общем, как-то так. Мясом мы обеспечены на всю зиму, если оно столько пролежит. Пожарим его. Думаю, что тут даже нет смысла казани. А, знаете, что сделаем сейчас? Во, я придумал. Сейчас сделаем мясные котлетки. Слушайте. Так. Единственное, что чем топить, топливо нет. Навоз мне жалко на топливо заводить, как и все остальное, что есть. Блин, что-то совсем рассудок не пьется. Отстаньте от меня, дайте шляпу пчеловода одену. Не, она не повышает себя, да? Ой, какого черта? Где мой бедный Гломер? Когда там закончится ночь-то уже? Так, знаете, что сделать? А, да, у нас, к сожалению, особо ничего нет. Придется топить вот эту фигню. Сейчас надо будет закрафтить это, поспать. И похилимся. Ну все. Так. Так, ну баклажан вырос. Так, теперь давайте быстренько. Вон. Видите, ужасы уже стали агрессивными. Это плохо. Давайте. То есть его, их чуть перебить нельзя, что ли?
What the fuck? Так, ладно, нам нужна трава. Дабы сделать себе досыпанье. Трава, хворост, вообще топливо. Блин, какой рассудок у робота? Что за фигня? Станет мне. Станет мне уродец. Просто так нельзя убить. Просто я с безумием-то не особенно часто ходил. Так. Сейчас. Так. Испанья. Страурол. Так, давайте. Закрафтим. С чудной травой. Сейчас пойдем по травой. Вот трава. Так, давайте тогда. Научной машины сделаем прототип. Так. Хотя бы так. Вы издеваетесь, что ли? Что за издевательство? Он еще и днем не спит. Так. Давайте тогда порубим. Порубим дровишки. Я надеюсь, сейчас-то поспать можно будет. Дождь, такие косы. Так, давайте разожжем костер, поспим. Так. Вроде все не так плохо. Потому что у нас есть мясная похлебка, которая полностью восстанавливает голод. Так. Берем. Готовим. У нас нет цветочков, мы не сможем скрафтить даже хреновый зонтик, к сожалению. Дальше под деревом стоит. Так. В холодильник не играем. Ну просто для нас нужно как-то, нам надо как-то переработать наше мясо, потому что оно не пролежит. Надо, конечно, и само мясо сушить. У нас мало сушилось. Давайте устроим веселый пожар. Блин, нечего дожить. А, травы не хватает. Хоть дождь кончился. Так. Ой, да, Don't Starve — это такая игра, где, блин, хрен расслабишься. И это еще гигант ушел от меня. Впрочем, были бифлы, и почти нету теперь бифлы.
С другой стороны, у меня шерсти до хрена. 32 шерсти, плюс у меня еще там были. Все сундуки будут шерсти. Я, ну, я надеюсь, что все-таки зимой ко мне циклополин-то не придет. Потому что если придет, это будет гадость. Так. Давайте еще. Что за крафтинг по хлебу? Готовим. Что же они так долго готовятся? Так, ну и продолжаем рубить дрова, потому что у нас дров мало. Надо, кстати, высаживать и новые деревья тоже. Не забываем. Давайте, ну давайте нет, все-таки. На всякий случай шишки при себе надо держать, а то вдруг энд. Чего я в этой шляпе пчеловода хожу? Ладно, она мне, в принципе, занимает один слот в инвентаре. Да, кстати, а давайте съедим шестеренку. Все. Кошмары закончились. Так, а что, у меня кончился топор? Ну, сделаем еще новый топор. Спасибо дереву, что выросло побольше. Так, ну чего, давайте высадим какое-то количество деревьев. Высадим уронив шишку. Так. Да, что-то гигантов здесь сделали какой-то имбой на самом деле. Я понимаю, например, древний страж. Ты к нему сам идешь, а эти к тебе приходят. Козлы. Если, блин, стадо бифла ничего не может с ним сделать за счет его атаки по площади, я не знаю. Какие ворота это лезет. Так, похлебку мы, кстати, должны. Тоже сюда. Так, здесь ничего не засушилось. Так, здесь сюда. Знаете, я, у меня когда, так сказать, надо бы орать, у меня... Сейчас обычно не ору, а наоборот замолкаю. У меня дар речи исчезает. Сейчас надо было орать. Кстати, давайте мы сундук сложим, как-то не нужно. Не, в основном она все-таки восстанавливает именно сытость, остальное в меньшей степени.
Я не знаю, навоз сохранить его на будущее или нет. В принципе, Бифало там выжил, там, этот теленок. Они, теленка достаточно для размножения дальнейшего, но, блин. С шерстью у нас проблем нет. Шапку мы уже сделали. С паутиной проблем нет. Клослона бы найти, конечно, да. Вот это было бы здорово. Но он не попадается. Причем уже как бы вторую игру подряд не попадается. Уже скоро должна начинаться зима. Она на 22-й, по-моему, день начинается. Так, давайте сложим туда навоз. А, что? Слизь гломера. Сложим. Паутинку, наверное, сложим. Что у нас там есть паутинка? Нет. Ну, в общем, вот как-то так. Шерсть Бифала у нас где? Она что, все при нас? Ну, вы знаете, 72 шерсти, это круто. Так. Продолжаем переводить мясо на похлебки. Потому что у нас особо нет выбора. Да, нам нужно, конечно, еще сушилки для мяса делать однозначно. Поэтому нам нужен уголь. Раз нам нужен уголь, нам надо вот это. Так. Так, вот здесь мне просто жалко пусть. Поэтому я не хочу. А вот здесь давайте подожжем. Почему бы нет? Кстати говоря, о, посмотрите, уровень сгорел. Блин, слушайте, отстаньте от меня. Хороший пожарчик. Слушайте, отстаньте от меня, уроды. Отстаньте от меня, сказали вам. Ой-ё! Этот урод проснулся. Ну ладно, нам королева пауков под боком на самом деле не нужна совсем. Да блин. Стоп, с углем проблем-то не будет точно. Лес заново высадил. Паутины у нас пока тоже не проблема с этим. Так, ну, я думаю, 17 углей это то, что нам нужно. Интересно, а зимой кроты активны или нет? Наверное, должны быть неактивны. Так. Так, надо, конечно,
Ой. Так. Веревку нужно. И что ты делал? Да блин, где я, сука, травы возьму? Че, пошли в саванну за травой. О боже. На него нужна трава. Нет, значит я не пойду в саванну за травой. Вот, кстати, орехи хорошие вещи. Понял. Запасов на зиму. Так, 19-й день. А это значит, на 20-й день, по-моему, полнолуние должно быть, да? Готовим. Складываем в холодильник. Так, чё? Съедаем мясную похлёбку. В общем, нам надо идти за травой. И, кстати, траву, наверное, надо пересадить нам. Чтобы она как-то росла. Да уж, в противном случае все будет плохо. Давайте что-то пожарим. А, интересно, жареное мясо можно сушить? Ну, в общем, в этой серии наша задача дожить до зимы. Я, наверное, не буду уже заморачиваться с поисками колослона, потому что, наверное, не успею просто до зимы это сделать. Да, жалко бифла. Кстати, интересно, барсук он уходит вообще из карты? Кстати, и куда он ушел? Куда он пропал? Непонятно. А, нет, сейчас не полнолуние, сейчас новолуние будет, наверное, да? То есть полнолуние-то будет посреди зимы у нас. Так. Складываем сюда. Такой, он еще и не складывается, значит придется его в сундук. Сундук складировать. Так, ну что, теперь наша задача найти траву. Ну не найти точнее, а мы знаем где она. А взять ее побольше. Место у нас вроде есть. Да.
Знаете ли, как-то не грустно становится по поводу вот этих вот гигантов-то вообще. Если они будут постоянно приходить, это будет полный Алис Капут, по-моему. Ну что, будем присаживать? Давайте попробуем тогда. Лопата у нас есть. Главное, норы кроликов не выкапывать, они нам понадобятся зимой. Потому что я так чувствую, наше мясо, к сожалению, не доживет до зимы. Ладно, остальное мы тогда без лопаты будем. Ну ё-моё, ну хватит издеваться. Давайте надену вот это. Блин, никаких следов кала слона нигде, никак вообще. Печально. В общем, за травой, наверное, придется зимой все равно ходить сюда. Ну да ладно. В принципе, сюда все равно придется ходить за кроликами, так что... Можно и то, и другое собрать. Ладно, пошли. Так, о, доски. Ладно, запомним. Посуду, кстати, сейчас мы восстановим. Это довольно просто делается с помощью зеленых грибов. Еще зеленый гриб. Так, ну чё, продолжаем. Так, мы можем закрафтить эту фигню-то, нет? Так, теперь рефайним верёвку, раз, два, три. Делаем сушилку. Так, значит, на нее сразу же кладем мясо. Так, значит, теперь что не хватает, еще веревки, да? Так, еще сушилку. Еще сушил. Так, все, идем зажигаем костер.
Фу. Не, мы даже до холодильника сидели. Так, ну, так мы хотя бы сейчас мясо спасем. Теперь давайте мы сготовим зеленые грибы. Нас чуть покоцало, но рассудок у нас восстановился. Так. Поели жареного мяса, отлично. Ягоды приготовим. Так, ну у нас должно быть меньше штрафа за испорченную еду, по-моему, когда мы... Так, высаживаем травку. Так, стакируем. Висину. Ну чё, в принципе, пока все нормально. Единственное, что, блин, мясо жалко. Мясо очень жалко. Так, ну чё, по-моему, сейчас уже зима начинается, да? Так, делаем мясную похлебку. Кстати, камень-грелку надо запилить. Так, маленькое мясо мы тоже положим сюда. Так, что, все мясо закончилось, да? Сушилось бы быстрее, а? Давайте как-то так, что ли. Так, вот это, наверное, надо тоже приготовить. Ягоды, допустим. И палочку. Ну, будет кебаба, ничего страшного. Так. Шапку рано, наверное, одевать. Так, а камень-грелка? Камень-грелка. Кирка нужна? What the fuck? Так. Не понял. А у меня есть кирка? Может, в инвентаре нужно? А, это понижение. Так, ну, кое-какие запасы на зиму у нас есть. И это не может не радовать. Так, ну, в общем, шляпу пчеловода надо бы брать и доставать зимнюю шапку, конечно.
Так, что мы можем сделать? Equal Head. Rain Cool. Пятна щупальц, боже. Угу. Понятно. Все. Пришла зима. Ну я что я думаю, на этом самое время закончить серию. Мы более-менее пристроили кучу мяса, которые остались после визита осеннего босса. Пришлось использовать одну возрождалку, но тем не менее я наконец-то дожил до зимы. Так что можно меня с этим поздравить. Ну и собственно говоря, вот видите, пошел снег. С вами был Андрей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч, всем пока.